Так, не останавливаемся. Ладно. Налево. Пойдемте налево. Но вообще интересно, да, и молодцы разрабы в том, что здесь, посмотрите, есть два варианта, по какой стороне вам пойти, в какую сторону вам развернуться. Слякоть у нас под ногами, а вот здесь появляются еще фонарики. Я вообще, у меня такое чувство все-таки. Так, погодите, это же я здесь была, да? Нет, не была. Это у нас деревенский туалет так выглядит. Правда, в нем нет почему-то проема. Вот так вот, вот такие вот дела. Нет, я здесь была, выходит, была. Я ж такую штуку уже видела, верно? Или их несколько? То есть они могут часто появляться? Или она все-таки одна ведьмина вилка? Погодите, значит, я здесь была. То есть я отсюда пришла, да? Нет, я вот этого не видела. Ну, то есть вот такой штуки я не видела. Довольно большое пространство для изучения. Нет, я точно отсюда не приходила. Кипаут, держитесь отсюда подальше. Или все-таки отсюда, я не знаю. Как прекрасно здесь растет, цветет вереск. Можно найти четырехлистник. И он принесет вам удачу и много денег. Это что такое? В деревне стоит вот такая вот небольшая детская площадка. Здесь была прикольно. Деревня-то была продвинутая, видимо. Я пока все еще не могу сориентироваться, откуда именно я пришла. Я заблудилась. Лопата. Нет, это не лопата, господи, это еще одно из детских развлечений. Но я такого не видела. Нет, я не видела детскую площадку, поэтому, скорее всего, я здесь не была. Но вот эту штуку я видела. Я по кругу хожу. Или это еще одна другая? Я с другой стороны была, прям ее подножья. Ворота. Но это другие ворота. Ладно, куда-то я все-таки пришла. Это другие ворота. Сверху на вот этих колоннах кирпичных нет статуй женских пригласительных. Что-то я пропускаю, не открыть. Что-то я пропустила. Не открыть, да? Не открыть. Чтобы убрать, понадобится что-то мощное. Да, мы ищем инструмент. Я ищу инструмент. То, чем можно вскрыть, было бы дверь в подвал, вот эту цепь, или что там было, веревка на воротах, любые предметы типа садовых ножниц, все, что может нам помочь преодолеть гроб, преодолеть препятствия. Но пока что я нашла лишь гроб, только вот гроб. Старый гроб. И знаете, странно посмотреть на крышку. Такое впечатление, что кто-то изнутри вырвался. Вампиры. Вампиры и оборотни. Я же говорю, здесь вампиры и оборотни обитают. Я стараюсь быстренько-быстренько проходить, а на самом деле надо пялиться по сторонам. Уверена, что здесь довольно много скримеров. И всяких таких страшных морд, которые будут выскакивать вам навстречу. Как будто бы мертвец из могилы восстал, и он вот сделал вот эти вот дырки в крышке гроба. И нам намекают на то, что нам понадобится осиновый кол. Вероятно. А может и нет. Может, я уже что-то додумываю свое. В общем, сюжет довольно-таки интересный. Только Дракулы не хватает, действительно. Не, я такое люблю, бродилки-ходилки. Но пока я без оружия, то есть и до конца не ясно, что именно из себя представляет эта игра. Почему вот он только что так вздохнул? Что, что, что? Ты что-то увидел? Я должна что-то увидеть, что происходит. Почему-то так тяжело задышал. Что-то, значит, произошло. Вилы.
кто-то хочет поднять меня на вилы, что ли? Так. Надо идти найти другой путь. Да, определенно. Ну, вообще, на самом деле, вообще надо было сюда не соваться. Я так думаю, во всяком случае, ночью и одному. Неужели у тебя нет ни друзей, я не знаю, ни каких-то товарищей, подруги, жены, любовницы, кто бы мог пойти вместе с тобою? Ну, просто чтобы морально поддерживать тебя в данный момент. Хотя, я так понимаю, с этой семьей, чей дом он унаследовал, он не общался, наш главный герой. Я постоянно забываю, как его зовут. Можно увидеть вот здесь, его зовут Джордж. Джордж. Наш Джорджик явно не общался с этими людьми. Так, я здесь была. Я здесь была, я помню вот этот момент. По-моему, я здесь стояла возле вот такой вот ветряной штуковины, возле флюгера. Потом я наткнулась на дом. Да, на вот эту, как будто след крови, да, как будто кого-то волочили. Потом, да, была вот такая вот, вход в подвал, он закрыт. Да? Он ведь закрыт? Нет, этот не закрыт. Представьте. Поездка в Сент-Роц. Сент-Роц, ДТП. Спасибо, что так быстро убрали титры. Я не успела ничего прочесть. В общем, у меня здесь начались по-настоящему большие проблемы. Хотела сделать запись с веб-камерой, однако нет. Почему-то вот Геката не работает в такой системе. Удивительная программа. Вроде она легкая, вроде удобная, но тем не менее у нее куча недостатков. Хотелось бы об этом, наверное, может быть, даже в будущем я пожалуюсь на эту прогу разработчикам. Пройдите через деревню, якобы готова. Попадите в деревню Сент-Роц, якобы тоже готова. Знаете, что я еще, пока я здесь мучилась, пока я здесь пыталась пролезть в систему, разобраться, как все работает и как мне снова запустить веб-камеру, я тут обнаружила кое-что интересное. Смотрите, когда вы нажимаете паузу, здесь появляется общее время игры. Это 57 минут, у меня 38 секунд. Я не зажгла свечи в этом доме, где мы были. Я зажгла всего 2 из 30. Это все, наверное, следует делать. Занесите все портреты и имена на фамильное древо. Я 5 из 19 пока что сделала. Найдите все золотые тотемы, 2 из 6. Найдите все пропавшие страницы дневника, 2 из 20. Соберите 10 коллекционных предметов, 2 из 10 я нашла. Вы представляете, мне здесь, я не знаю, надо этот, наверное... Мне нужна собака-поводырь. Слушайте или настраивайте радио более 2 минут. Я 118 из 120 сделала. Пытайтесь отпереть закрытую дверь 5 раз. 1 из 5 я сделала. Протрите очки 13 раз. Вы что, издеваетесь? Как я должна была догадаться, что мне нужно дергать дверь 5 раз подряд в разное время? Я не знаю. Ну, вы даете, ребята. Пойдемте обратно. Я пошла обратно. Я на вас обиделась. Или мне туда теперь нельзя? А я бегать умею? Погодите, нет. Я могу присесть. Нет, умею бегать. Откуда я пришла вообще? Слушайте. Ну вы шутники. Ну вы шутники. А теперь меня сюда еще не пустят, да? А нет, можно. Можно вернуться. Там какой-то мужик был снаружи. Что-то я не нашла. Что-то было не так. Что-то пошло не так. Чтоб не так было шумно, я закрою, пожалуй, двери. Я, пожалуй... Все фотографии там написано, нужно внести на вот это древо. Наше генеалогическое древо. Какие свечи вы хотите, чтоб я позажигала? Здесь их нет в таком количестве, как вы перечислили. Нету их здесь в таком количестве. Две готовы. Наверху вы хотите сказать, что их там 30 штук наверху? Погодите. Вот это вот история, честно. Или вы, может, мне надо как-то пролезть? Нет, не надо. Здесь просто завал мебели.
Сколько вы сказали еще раз? Надо я поломиться в дверь. 5 раз мне надо вот так вот ломиться, и она сама откроется. Вот это фантастика. Ну, вы придумали, честно слово. Механика, конечно, весьма-весьма оригинальная. Не каждый человек до такого додумается. Не каждый игрок. Так, вот это не двери. Это просто угол. Мама родная. У меня уже даже проблемы со зрением начались из-за вас. Что там было с... А где оно? Радио? А, вот радио. И... Настроить. Настраиваю. Ну. Е. Ну. Ну вот музыка, да. А, понятно, понятно. Понятно, что вы имели в виду. Обратно. В общем, здесь можно поймать, видимо, сигнал дьявола. Он нам отправляет какое-то сообщение. Помимо чудесной музыки. А вот это что такое? Сразу за музыкой был голос. Женский голос я ведь слышала. Здесь. Нет, да? Как будто бы женский голос нас звал, помимо того, что там какие-то сатанинские еще молитвы кто-то читает, типа этого, как Антон Лавейн в свое время пропагандировал такую ерунду. А как выключить? Погодите, как мне это добро-то выключить? Не хочу я эту музыку слушать. Я бы не хотела прослушивать это долгое время. Хотелось бы воздержаться. Так, что там со свечами? Возможно, это не в этом доме, да? Наверное, я все-таки что-то затупила. Такое количество свечей здесь не может быть, и мы здесь их определенно не видим. Значит, впереди еще на этом уровне у нас будут свечи, которые нужно зажечь, двери, которые нужно взломать, открыть, и все такое, все дела. А я не могу, по каким причинам я не могу, да? Не, это не это, погоди. Открыть эту дверь. Почему я не могу отодвинуть? Да нет же. Отодвинуть вот этот хлюпенький маленький столик и просто туда пройти. За эту дверь. Там определенно что-то есть. Ну давай же. 5 раз вы сказали дернуть, да? Или что? И тогда дверь откроется, я правильно поняла? Нет, я неправильно, судя по всему, поняла. Вашу ориентировку. Ах, ребятушки, ну вы и козлятушки. Воображение у вас то еще. Сколько раз вы сказали дернуть эту дверь? 5 раз, да? И она типа сломается, вот эти доски сломаются? Не понимаю. Слушайте, если там кто-то в подвале внутри есть, представьте, вот эти он звуки слушает, да. Он даже не представляет, что это на самом деле я, как дикое животное, ломлюсь туда. Пусти меня, сволочь. Да не открывается она, вы издеваетесь. Не работает это, я не понимаю. Что-то я не понимаю в этой игрульке. Что-то тут не так, что-то я не понимаю. Но я продолжаю двигаться дальше, потому что это просто скучно становится. Ничего я там не нашла. Я вроде бы все потрогала. Здесь заперто. Все потрогала, все облизала, все посмотрела. Там всего лишь один портрет наших родственников.
А нам нужно, по-моему, 19 или что-то в этом роде отыскать. Так, право-лево. Нет, я не хочу бегать. Я не люблю бегать. Это не мое. Вот обычное хождение-брождение, ну, может быть. А бег нет, наверное. Особенно сейчас нет. Я немножко злая, потому что игра плохо у меня запускается. Не дает мне возможности развернуться как следует. Вот здесь я была, да-да-да-да-да-да. Здесь старый туалет, в котором и нет, собственно, отверстия, толчка. Я не знаю, или это не туалет. Но тут мы еще находили вот эту вилку, да. Мы ее рассматривали. Ведьмина вилка, ведьмина вилка. Вилка, хуилка. И через вот это я тоже не могу перебраться. Всюду гробы валяются, народ. Ну что вы такие, я не знаю, нехозяйственные? Разве можно так вот разбрасывать все подряд? Я, по-моему, заблудилась. По своему обыкновению я заблудилась. Помогите. Так, я, наверное, поиграю минут этак 20, а потом... Да вы шутите. Надо вот сюда пролезть. Наверное, поиграю минуток час, наверное, может полчаса, может 20 минут, как карта ляжет. А потом, наверное, все-таки займусь своими настройками. Я пытаюсь понять, как мне улучшить свои характеристики. Как мне сделать так, чтобы было интересно, красиво. И мне интересно, и вам, и всем подряд. Погодите, я опять заблудилась. В смысле, я только что же видела какое-то, да, отверстие, типа пещеры или что. Но было же. Нет? Да ну, как такое возможно? Слушайте, я по кругу хожу. Если честно, здесь все такое однообразное. По-настоящему однообразное. Здесь нужно запоминать мелкие детали, чтобы потом вот так вот по кругу не ходить. Я то... Вот этого не было. Стопудово этой горди не было из камня. Я уже в другом направлении иду. Я хотела, погодите, я хотела вот туда пройти. Вот этот гроб, по-моему, я видела. Но что я хотела сделать? Там было какое-то отверстие в камне, в пещере. Ой, как здесь все странно. Как я смогла заблудиться? Да ну, вы издеваетесь. Там была пещера, что-то вроде входа в какое-то подземелье. Я туда хотела спуститься. Вы меня этой возможности только что лишили. Да не, ну не может быть. Что-то здесь не так. Игра меня за нос водит. Это стопроцентно. Здесь меняются локации. Вот из-за того, что здесь темнота, вот это напряженное дыхание главного героя, они меня водят за... Мои очки. С детства страдаю близорукостью. Без очков мир предстает, как размытая картинка. Только не говори мне, что ты можешь еще и очки потерять. И мы тогда вообще останемся совершенно без глаз. Я и так ни черта не вижу. Ты мне еще проблем добавляешь, главный герой. Как тебя зовут? Кстати, у него такое имя вроде как интересное. А нет, погодите, что-то я уже запуталась. Я запуталась. Это не его имя, я с другой игрой перепутала. Его Джозеф, по-моему, зовут. Так что не такое уж интересное имя. Обычное имя Джозеф. По-моему, Джозеф смотрел. Смотрите-ка. Джордж. Джордж. Я перепутала его с Джозефом Гилганом. Потрясающая мысль. Я заблудилась. Я заблудилась. Как так можно сделать, я не знаю. Но у меня талант. У меня талант. Да, у меня талант определенно. Вот, вот сюда, да-да-да-да-да-да-да, вот сюда я хотела. А, это не пещера, это просто небольшое углубление в скале. А может, пещера, слушай.
Да у вас тут просто, я не знаю, лабиринт натуральный. Что за деревня такая? С ума сойти можно. Для чего вам столько тропинок? Капец. Вот реально, вот в темноте вот это вот страшно. Что это, колодец, что ли? Только колодца мне и не хватало. Давайте еще сюда эту, как Самара из фильма «Звонок». Садако. На самом деле ее зовут Садако. В японском варианте, в оригинале. Девушку, вылезающую из колодца, призрака ее. На самом деле ее звали Садако. Потом американцы сделали ремейк и назвали ее Самарой. Хотя на самом деле она Садако. Ну и как открыть-то? Ничего не открывается. Погоди. Погоди, ну почему вот эта клавиша F мне постоянно под руку попадает? Так можно таки открыть? Чтобы заглянуть в колодец, надо снять крышку. Ты издеваешься? Я бы смогла раскрутить вот это... Вот эту ерундистику без любых кусачек. Там, я не знаю, без болторез теперь будем еще искать. Чтобы кусачки искать будем, чтобы перерезать вот эту вот проволоку. Ты что, не можешь раскрутить голыми руками глупую проволоку? Да ты издеваешься. Даже я смогла бы. Даже я смогла бы со своими ногтями. У меня талант. Знаете, чего я больше всего опасаюсь? Того, что я не смогу найти потом сюда путь. Потому что у меня, я не знаю, у меня настоящий, как называется, картографический дебилизм. Нет-нет, кретинизм. Картографический кретинизм. Я очень легко могу заблудиться даже в самых маленьких пространствах. Не говоря уже об этих лабиринтах. Что это такое? Темнота. Сырость. Кукуруза. Это ж кукуруза, да? Я так понимаю, что это кукуруза. Кукуруза, она опасна. Там могут быть эти дети кукурузы, да? Знаете же, ту повесть, историю. Вот, вот эту дырку я искала. Повесть этого Стивена Кинга. Дети кукурузы, что в этом роде. Вот еще высокая трава у него есть. История тоже в таком же роде. В таком же ключе. Не входите в... Что тут у вас творится? Что творится в этой деревеньке? Тут определенно обитают сатанисты, дружище. Я не знаю, конечно, я хотела бы загородный дом, как я ранее говорила, но не такой ценой. Не уверена. Еще одна вилка. От одной мысли о том, что здесь произошло, по спине пробегает холодок, и не только по спине. Карта деревни обновлена. Это хорошо, что у меня обновлена карта деревни, потому что здесь чертовски легко заблудиться. Козлиный череп и детские черепа у нас тут есть, и черепа взрослых. И опять это ведьмина вилка. Также у нас имеются челюсти, вырванные из чьего-то лица. Мне нравится эта игруха. Очень нравится. Аппетитная. Не знаю... Так бы и съела. А ну-ка. Да-да-да, я поняла, что как-то взять-то ее можно? Нет, погоди. Я... Слушайте. Да, боже мой. Взять-то как? Какая клавиша нужна? Эй. Тут что-то с чем-то. Или мне нужно, погодите, мне нужно убрать, что ли, фонарик? Нет. Я не понимаю. Вот этот знак, знак настройки, это означает, что я могу здесь что-то провернуть? Может, огонь какой-то зажечь? Или забрать вилку? Не пойму я, ну вы даете. Как взять-то этот предмет в руки? А может, знаете, как ведьма из Блэр, не нужно брать его в руки? Ну ладно, четырех мы нашли. Да, ладно, бог с вами. Немного что-то... Вот как-то... Вот эта данная часть прохождения не пошла у меня. Не пошло, не получилось, не фартануло. Поэтому в скором времени я, скорее всего, завершу. И, может быть, даже по новой буду проходить этот уровень. А может и нет. Перестань так дышать, дружище.
Не уверена, что здесь кто-то есть, но... Так, я так понимаю, что единственный путь дальше, это у нас вот этот колодец. Никаких других у нас путей нет. Теперь нам нужно единственное, что найти, кусачки. Болторез, что угодно, что может перекусить маленькую небольшую проволоку, которую можно было бы и руками раскрутить на самом деле. Но, тем не менее, вот такая вот интересная механика в игре задействована. Надо что-то делать, чем-то заниматься, да? Ну вот, значит, мы этим и займемся. Нужно искать какую-нибудь подсобку, я не знаю. Какое-нибудь место, где могут находиться большое количество инструментов. Инструментов. Нужны инструменты. Ну, вообще, гипотетически они должны быть в моей машине, разве нет? Обычно парни возят с собой кучу разного барахла, которое может пригодиться в быту. Но только не в этот раз, судя по всему. У нас, слава богу, есть хотя бы фонарик, и на том спасибо. Да. Еще кто-то там что-то переворачивает. А сюда меня не пускают. Наверняка там и есть эти самые инструменты. Но мне туда нельзя, ибо игра еще не позволяет мне туда пройти. Locked. Да-да, заперто, да. А здесь что? Здесь в прошлом был фонтан, что ли? Ой, какая странная деревня, слушайте, очень странное местечко. Я бы сказала, даже немножечко, наверное, перекликается с Resident Evil Village. Есть немного такого. Разработчики явно вдохновлялись этим делом. Так, у меня здесь вышка, ветряная мельница. То объявление, которое... Джозеф Картер. Напомните мне, пожалуйста, как нас зовут? Джордж, точно. Постоянно путаю эти имена. Джозеф, Джордж, Джейсон и так далее и тому подобное. Так, я вернулась к истокам. Да? Или нет? Так вы хотите сказать, что все это время я могла открыть вот эту штуку, но по каким-то неведомым причинам этого не делала? Да ну. Ой, вы жестокие люди, разработчики. Так, посмотрите, сколько здесь полезных вещей. Ой, да боже мой. Сколько здесь костей. Их же можно использовать в каких-то, я не знаю, для рукоделия, для создания поделок. Да. Как-то неудобно они поработали, сделали весьма неудобно. С какой стороны мне встать, чтобы... Клавиши верным ходом сработало. Ну, открывайся же, бога ради. Ну. Все, я уже с той стороны не стою. Отлично, у нас здесь натуральное кладбище. Из козлиных, бараньих голов. Что это такое? Это что, манекена голова? Вот это вот. Ну, то есть это не череп даже. Это как будто от скульптуры отбили голову ангела и сюда положили. Так, хорошо, здорово. Есть ли у вас какие-нибудь инструменты? Может, здесь спрятан болторез или кусачки, или что-нибудь, нет? Да, потрясающе. Спасибо, что очень вы мне помогли вот этой находкой. Если вы думали, что меня это напугает, вы ошиблись. Не напугало. Только вызвало легкое раздражение. Дайте, пожалуйста, мне болторез. Сколько вы сказали, надо раз туда ломиться? А ну-ка, давайте-ка почитаем, а что здесь пишут? Два. По-прежнему цифры не изменились. Вообще ничего не изменилось. В игре я нахожусь 1 час 18 минут с копейками. Ничего не изменилось. Фамильное древо заполнено. Теперь уже на 5. То есть было четверо. Теперь уже 5.
А где я пятого нашла? Или вы хотите сказать, что он где-то там похоронен среди этих скелетов? Найдите все золотые тотемы. Ну, игра на самом деле довольно-таки многоликая. Наверное, здесь и действительно при желании игроку будет чем заняться в самом деле. Искать, искать и только искать. Заглядывать за каждый угол, смотреть даже под ковриком и среди рваных бумажек. Окей. Окей. Пожалуйста, дайте же мне болторез не открыть. По-моему, я уже этот, как называется, веду себя как пустотел. Походу, я здесь не найду полезных, нужных мне инструментов. Что-то я упустила, что-то я упускаю, что-то здесь не так. По-моему, я что-то упускаю определенно. Я не должна была, наверное, сюда возвращаться, конкретно сюда. Мне кажется, что-то я пропустила. Эта свеча вообще горит? Ну-ка. Да, горит. Вроде как горит. Все ящики я вроде как открыла. Да? Или нет? Ладно. Ну ладно, фигадно, как говорится. И снова я в этом доме. Окей. Нет, слушайте, мне тут не нравится. Тем более здесь кто-то бродил вокруг. А можно ли обойти дом вокруг? Не. Или можно погодить ему? Или можно? Дом можно обойти вокруг. Да что, что такое невнимательное? Да, а вот здесь дрова. И наше дыхание начинает учащаться. Значит, что-то тут можно отыскать. Что-то, что я не вижу. Вот этот дом, кстати, напоминает вот, ну, чисто украинские какие-то домики. Где-то под Луганском. В поселке. Так, дом-то можно обойти, но не по полной. Немножечко можете побродить вокруг, а так нет. Но штаны зато вот у вас есть. Вероятно, они сухие, но скорее всего нет. Скорее всего, они уже мокрые есть. Ибо тут дождь недавно был. Здесь недавненько был дождь. Наверное, знаете, еще болторез нужен для того, чтобы вскрывать почтовые ящики. А там наверняка есть страницы от нашего дневника. Здесь я ничего не увидела, не нашла, окей. Но здесь, по-моему, есть еще один такой же, типа подвал или что, но он заперт был. Вход в подвал. Вот, по-моему, как-то так. А тогда в первый раз я пошла, по-моему, вот сюда, вот налево. Теперь можно пойти направо. Да, здесь я тоже была, боже мой. Я заблудилась, помогите. Я не могу найти то, что мне нужно. Так, почти полчасика прошло моих мытарств. Ничего я не нашла, ничего не раскрыла, ничего не выяснила. Конкретно вот сейчас, в этой части, поэтому даже не знаю. Не думаю, что кому-то интересно смотреть подобное. Подобную ерунду. Ладно. Я бегаю как ужаленная туда-сюда, и везде я была уже. Везде была, здесь была. Здесь тоже была. Да куда вы спрятать так могли этот болторез? Минуточку, нужно поискать возле самого колодца, наверное. Да нет, я там вроде как все смотрела. Вот эти фонари, видите, они куда-то уходят. Они куда-то ведут. Вот этот... сама эта подсобка или что это, недоделанный туалет. Куда мы заглядывали здесь, ничего кроме вилки нет. Ведьминой вилки. Погодите. Но здесь развилка. Здесь была, все верно.
Стало быть, здесь тоже. Вот эта тропинка и ведет к колодцу. Я так понимаю, что колодец наша итоговая цель. Чтобы выйти из данной локации, нам нужно. А ну-ка, что это такое? А, это типа детская площадка. Типа, да, может что-то полезное. Вот здесь я не была. Здесь я не была, что это? А что-то вроде тут намечается. Ну-ка. Кажись, нашла. Вроде как нашла. Не может быть, я самостоятельно что-то смогла отыскать. Что такое можно подвинуть? И карта деревни обновлена. Вот у выход. Выход. Вот мне предлагают проползти. Взять чашку нельзя, да? Но я нашла что-то. Что-то вот здесь вот можно пролезть. Желтые цветы никогда не сулят ничего хорошего. Ладно. Ладно, уговорили. Хотя, знаете, наверное, плохая идея. На самом деле. Ладно, идем. Там я разбегалась, как ужаленная в задницу бегала. По всем тропинкам. А здесь сразу, посмотрите, как притухло. Ушки прижала к голове и насторожилась. Так, у меня тут еще один что-то типа подсобки, туалета, сарая. Я не знаю. Туалет 100%. Это туалет, да, заходи скорее. Я не могу влезть. К тому же, там уже, посмотрите, там этот клевер пророс. Давно никто не пользовался этим туалетом. Никто сюда давненько не гадил. Так, вот в чем причина моего приезда сюда. Я должна здесь все обновить прямо сейчас. Нет, на самом деле, конечно, нет. Но для чего вы дали мне его открыть? Я не понимаю. Если я не могу там закрыться, залезть туда и там закрыться. Я хотела бы так сделать. Так, у нас тут небольшая кирпичная кладка. Фух, я что-то. Есть некоторые моменты, которые могут заставить, конечно, меня перестать валять дурака, вспомнить, что, вероятно, это серьезная игра с драматическим уклоном. Вот как сейчас, это все-таки хоррор о том, как молодой человек пытается выяснить прошлое своей семьи. Он унаследовал дом, который, вероятно, ему совсем не нужен. И он явно не хотел бы возвращаться сюда, но по каким-то неведомым причинам, видимо, из собственного интереса, он вернулся. Игра очень красивая, мне нравится, как она выглядит. Лучше всего ее проходить с первого раза, без всяких там записей, комментариев, чтобы всю вот эту атмосферу, всю эту красоту поглотить. И как погрузиться в эту атмосферу, наверное, здесь довольно-таки круто. Я так полагаю, мы нашли свой особняк. Вот это он и есть. Ну, я так понимаю, не такой уж он и большой. Мне интересно, здесь кто-то есть. Здесь есть кто-то живой, потому что кто-то зажигает по вечерам. Электричества здесь нет, соответственно, кто-то вручную с помощью специального шеста зажигает фонари. Здесь есть фонарщик, здесь есть жизнь, здесь есть люди. Но они предпочитают от меня прятаться, не показывать своих лиц. Вот и особняк, видимо, наш. Хотя, знаете, это больше похоже не на особняк, наверное, а на старый большой дом. Но особняком это сложновато назвать. Я думала, что здесь все-таки будет что-то побольше. Что-то типа, я не знаю, поместья какого-нибудь, хотя бы в 3 этажа. Ну, куда больше. Ладно.
Ладно, единственное, что меня смутило, то, что я не открыла, как его там называют, колодец. Вот остался неоткрытым. Погодите, тут еще одна тропинка куда-то, ё-моё. А может, это и не наш особняк? Чуть я от себя начинаю нести. Но выглядит как будто наш. Может, даже днем он будет красивый, наверное. Здесь столько всякой утвари валяется, что сложно сказать так сходу. Что это за ящики-то? Мебель, что ли, всю вытащили наружу из него? А зачем, если я его унаследовал? То для чего вы его выпотрошили дом-то? Еще один фонарик. Еще одно странное помещение. То ли туалет, то ли кладовка, то ли подсобка. Фиг его поймешь. Свеча хорошо зажгла. Еще одна зажженная свечка и веник. Все готово. Охуенно. Веники, кстати, классно горят. Не забывайте об этом. В случае, если у вас возникнет какая-то ситуация, надо будет, я не знаю, прогнать от себя какое-то дикое животное или злобного человека, а рядом будет веник, а у вас будет огонь, не забывайте, что веники хорошо горят. Ими можно хорошенько по морде отхлестать нападающего. Но если все-таки это небольшая собачка, то воздержитесь от таких негативных мыслей, как у меня сейчас. Не надо бить маленькую собачку горящим веником. Любым веником не надо. Тапочки тоже не используйте. На нее можно просто попшикать, и она убежит. Обычно я так делаю. Я начинаю пшикать, и собачка убегает. Так, грязный, использованный давным-давно горшок цветочный с землей прогнившей. Негодный уже внутри. Хорошо, благодарю, как вернуть его обратно. Спасибо. Все это нужно выбросить. Слушайте, восстановить этот особняк будет стоить гораздо дороже, чем сам дом и вся вместе взятая земля этого дома. Потому что он просто в кошмарном состоянии. Здесь не просто косметический ремонт, здесь капитальный ремонт нужен. Здесь нужно снести этот дом и заново его построить. Тогда, может быть, это сработает. Тут что-то можно было сделать, да? Не открыть. То есть в дверь я зайти тоже не смогу. А раз я попытался залезть в окно, соответственно, дверь тоже закрыта, да? Ага. Заперто. Запасной ключ должен быть где-то поблизости. Люди редко меняют свои привычки. Поищите в ключ. Ага. Да вы издеваетесь. Это надо, знаете, редко меняют свои привычки, ты говоришь, да? Повернуть. То есть это надо искать под горшками, там, под половицами, под ковриками и прочее, под досками. Да ну вы серьезно. Давайте еще этот под, как его, под крыльцо залезем. Давайте. Если есть такая возможность. И всюду ящики, всюду ящики. Но есть велосипед, хорошо. На этом велосипеде я бы рекомендовала главному герою как раз и сматываться отсюда прямо сейчас. Хорошо, под горшками нет уже ничего, вроде как выяснили. Нет? А ну-ка, 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 поверни. Да нет, все. Все слишком предсказуемо. Не-н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 е
бревно сунули. Там что было написано? Обыскать, да, вход. У входа что-то там осмотреть. Вероятно, ключ где-то здесь спрятан, верно? Нет. Люди редко меняют свои привычки. Где-то поблизости. Вообще удивительное дело. Вас сюда отправили, да? Никак не... Не дам никаких подсказок. Действительно, я что должен здесь вообще делать, если меня здесь никто не ждет? Вот таким вот странным образом искать ключ? Да ну, это до утра я буду рыться здесь. До утра своего дня, не игрового. Поблизости. Такой звук, как будто где-то рядом топчется еще кто-то, помимо меня.
серьезно. Вы дали задачку. Вот только здесь он может быть, скорее всего. Вот где-то вот здесь. Хотя, знаете, довольно глупо так далеко от... А, вот и вход, видимо. Но я не умею, к сожалению, передвигать. Ящики не умею двигаться вот... Помимо той траектории, которую мне предлагают разработчики, я не умею. Не имею свободы двигаться в других направлениях. Будьте здоровы. От меня тоже, как я угадала, а? Даже чихнула. Нет здесь никаких ключей. А, господи, ёперный театр, вот ключи. Ну, в смысле, ты не желаешь его забрать? Погоди. Ну, взять, суперсти. Забираю уже. Так, древний на вид ключ. Интересно, от какой он двери. Ну да, очень интересно. А то очень сложно предположить. А вот эти свечи в таком случае, вот здесь стоят, да? Еще один горшок разбитый. И вот здесь еще свечи стоят. Их нельзя тоже зажечь? Только одну можно зажечь. А нельзя ли взять с собой лампу на всякий случай? Вдруг у меня фонарик погаснет. Ну, там батарейки сядут или все дела. Еще, знаете, вот у меня возникла такая идея, такая теория. Мы смотрели фотографии, читаем дневник, записи некого героя за 40-е года. А мы-то в каком году сейчас проживаем? Мы видели телефон главного героя. Он не выглядит современным. Соответственно, можно предположить, что мы недалеко от 40-го года ушли. Где-то 50-е года, скорее всего. Вот так вот. И... Не пойму... А, ну... Ну... Древний на вид ключ. Интересно, какую дверь он открывает. Да я знаю, какую он дверь открывает, но... Как-то открыть-то? Как? Погодите. Доступ... Дождь пошел? А, нет, у меня за окном дождь пошел. Параметры. Продолжить. Как... Где этот, как его? Господи. Ну, использую его. Использовать. Ух ты, как у вас все сложно. Как у вас все сложно. Итак, я смогла открыть дверь. Я смогла это сделать. Я смогла 40 минут продержаться в игре. Вот как-то так. Я делаю паузу небольшую, перерыв, потому что я вот дошла до этой двери. Здорово, если бы сейчас случилось автосохранение, на всякий случай. Ну, в общем, кто смотрел, тому спасибочки огромные. До новых встреч. Игру мы пройдем непременно. И вам рекомендую. Она-то не новая, да, везде можно ее раздобыть. В Steam она есть, это точно. И она точно есть в Epic Game. И в GOG, по-моему, я тоже ее видела. Короче, в какой-то из библиотек она точно у вас завалялась. Удачи всем, хорошей погоды, хорошего настроения и хороших игр на досуге. Пока.